Так, вот она у нас вернулась. Знаем наш бесплатный флешмоб. Итак, здравствуйте, меня зовут Александр Васильевич Шачник. Я опытный практик, технолог по фальшивой кровле. И предлагаю свои онлайн-курсы фальшивой кровли. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наши учебные видеосъемки. И я вам предлагаю тонну интересных видео, которые сняты за последний месяц. Такие как окончание гребня, два варианта. Полукруг и под 45 градусов. Примыкание рядового, 11 серий. Подробно, шаг за шагом, рассказывается, как делать примыкание, используя бумажные выкройки, которые я беру из практического руководства компании Кэмье, то есть фирмы, которая поставляет медь по всему миру. Заходите на мой канал, смотрите мои видео Фальс онлайн. Не забывайте, если понравится, ставить лайк, поделиться ссылкой с своими друзьями в своих социальных сетях. Для продвижения канала мне требуется в этом смысле ваша помощь. Успехов и встретимся на онлайн-курсах фальшивой кровли. Удачи! В феврале этого года в колледже животных ресурсов я принимал участие в качестве эксперта с удействием молодежной команды, которую подготовили для участия в конкурсе. Вот здесь я являюсь судьей. Вот мой сертификат эксперта. Спасибо за просмотр. Для всех заинтересованных лиц. Коротенько сейчас пробежим по параметрам нашего флешмоба. И потом, когда у нас останется время, вы мне позадаете вопросы, и я постараюсь на все эти вопросы ваши ответить. Итак, онлайн-курсы фальшивой кровли. Вот. Значит, из каких элементов состоит этот видеокурс? Он состоит из 4 модулей. Первый модуль – устройство карнизного средства. Второй устройство. Конька. Третий модуль. Рядовые картины. Вот вы видите, что из себя представляет в картинках первый модуль, второй модуль и третий модуль. Ну и так как 4 модуля, последний модуль, 4-й модуль под каминной трубой. Это самый, можно пару слов сказать, что он очень часто встречается. И, как правило, его 90% делают неправильно. Следующий слайд – это для кого этот видеокурс. Ну вот по картинке здесь видно, для кого. В первую очередь для новичков, вот они сидят, молодые школьники,
студенты, молодые люди, которые хотят зарабатывать, начинать сидеть у папки с мамкой на шее. А это вот заказчики, это работодатели, солидные дяди, которые вершат судьбу вот этих вот людей молодых. Дальше. Ошибки новичков. Ну, ошибки новичков, они очевидные. Они хотят все сейчас и сразу. Вот. А сейчас и сразу не получится, потому что для того, чтобы научиться что-либо делать, нужно время, нужно качественные профессиональные преподаватели, которые их обучили. Ну и как научиться не работать, а зарабатывать? Да, у нас зачастую работают люди, получают небольшие зарплаты, и хотели бы заработать, и не могут. Тройщики, они могут и зарабатывать, и работать, как они захотят. Вот дом, который был сделан в 90-е годы под шифер. Шифер стал протекать. Вот после обучения мои четыре кройщика взялись за этот дом. Вот, и вот покрыли крышу, пальцевую крышу, очень красивая, красная. Вылеживая у них там такая обработка. Металла полимерная, очень красивая. Ну, что сказать обо мне? Я более 35 лет на крыше. Начинал путь от рядового кройщика до технического директора. Живу в Санкт-Петербурге, сотрудничаю со многими известными торговыми строительными компаниями. Вот, знают меня все в Питере, советуются со мной, обращаются, где купить, как сделать и так далее. Вот что, все очень интересно. Ну, по окончании обучения, которое длится 2 месяца, вы получаете высокооплачиваемую дефицитную профессию. Да, сейчас в Санкт-Петербурге, да и не только в России, в Казани и в больших городах многомиллионников, очень много нареканий на работу кройщиков, как в основном самоучки кройщики, и не очень их любят. Ну, а те кройщики, которые обладают какими-то навыками профессиональными, они в почете и очень высокооплачиваемая, дефицитная получается профессия. России. Ну, по окончании обучения, ну что, что вы будете иметь? Стабильный, быстрый карьерный рост. Ну, естественно, если вы решили не сами работать фрилансером, а куда-то прийти в какую-то фирму строительную, вас с удовольствием возьмут, как вы не новичок, вы уже понимаете, что такое фальш, что такое ослабление и так далее. И видят, что вы человек уже подкованный, грамотный, и вас уже поставят не картины поднимать, а уже какие-то будете выполнять простейшие работы, начнете показывать свою компетенцию профессиональную. Ну, те, кто захочет, ведь это же, у меня же эти, вот эти видеокурсы, что они какой-нибудь еще имеют интересный такой момент, они не только для рабочих, они также для тех, кто хочет связать свою судьбу, свой бизнес с кровельными делами. То есть это мощный стартап для своего бизнеса. Вот. Ну и если, допустим, их пока, к сожалению, очень немного таких людей, вот, но они появляются, вот, для них будет еще дополнительное обучение. В течение месяца, где мы будем разбирать, как общаться с заказчиками, как вставлять договора, подводные камни в договорах, акт приемки, сдачи работ, ну и так далее. Это у меня большой громадный опыт, на 20 лет работы. Вот. И это тоже очень мощная такая, заработает действительно стартап. Далее. Возможность, да, ну, по окончании обучения вы, естественно, уже не будете получать там 50, 60, 70 тысяч. Вы начнете набирать высоту и зарабатывать так, в среднем
150 тысяч в начале. Вот. А это даст вам возможность, если вы имеете ипотеку, то закрыть ее, вот, подкопить деньги и сильно купить свой дом, жениться, начинать заводить детей, жить счастливой семейной жизнью, как все нормальные люди. Вот. Но эта работа, да, это работа для настоящих мужчин. Она требует выносливости физической, собранности. И троечки, они все по жизни очень успешные семьянины. У них всегда лучшие невесты, жены хорошие очень, которые от них не уходят, потому что все вопросы финансово закрываются. И пока, ну, естественно, когда у вас будет уже достаточно финансов, вы сможете путешествовать, смотреть, в первую очередь, если вы действительно будете профессиональным кроечником, вы будете или технологом, или, не знаю, там, стартапером успешным, пожалуйста, путешествуйте. Вот. Можете. Вот. Ну и в завершение вот нашего вебинара предлагаю вам входящий именно вам комплект базовый оптимальный премиум. Вот. Выбирайте. Они отличаются степенью моего. Фальц онлайн для новичков. Где научиться? Как стать кровельщиком? Онлайн-курсы фальцевой кровли. Авторский курс. Опыт специалиста-практика. Обучение по немецким первоисточникам. 2 месяца. Иметь мастерскую. Иметь минимальный набор кровельного инструмента. Удобная онлайн-платформа. Домашние задания. Лучший тариф для вас. Обучение сразу после оплаты. Подать заявку на обучение. Учитесь с нами. Зарабатывайте сами. Учитесь с нами. Зарабатывайте сами. Сомневаетесь? Задавайте вопросы. По участию в обучении с вами, то есть базовый, вот я минимально общаюсь с вами, поэтому у меня небольшая сумма, оптимальный. Мы общаемся, оно уже побольше. Базовый, просто базовый видеоролик, альбом, вы по картинкам получаете. Сами смотрите, учитесь без выполнения домашних заданий, если надо. Там новичков у меня там можно несколько бесплатно получить консультации. Вот, и запускайтесь, учитесь сами, если вам так удобно. Вот. Оптимальный уже мы входит базовый альбом. Альбом, базовые видеоролики. Премиум видеоролики, то есть ну, дополнительные видеоролики, которые занят базом. Будете выполнять домашние задания, я буду проверять. Будет закрытая группа ВКонтакте, где вы сможете общаться со своими единоверцами. Ну, соответственно, вот, как бы, доступ ко мне будет уже гораздо больше. Вот. Будем проводить так, в среднем один вебинар в неделю, где будут вопросы-ответы какие-то ваши. Ну и премиум – это индивидуальное обучение фактически. То есть это все, что в оптимальном. То есть у нас будет, кроме закрытой группы ВКонтакте и Телеграм-чат, в котором будет обсуждаться более плотно какие-то моменты. Вот любое практически время рабочее, естественно, не круглосуточно. И неограниченное количество личных консультаций, фактически, у меня это небольшая группа. Я думаю, что я возьму максимум человек 8, 5-8 оптимально. По 36 тысяч это прямой контакт. Еще бы, конечно, не сахар будет. Я очень требовательный преподаватель, ставник, обучаю.
Ну, результаты будут, конечно, самые крутые. Для самых любопытных фанатов фальцевой кровли, а я знаю, таких немало, есть бодрящая новость. В рамках международного проекта «Фальц. Онлайн обучение кровельщиков по металлу» будет проводиться смешанно, то есть в начале установочные занятия 15 дней в оборудованной кровельной мастерской, а затем, для закрепления полученных знаний, обучение 2 месяца, но уже онлайн, по тарифу оптимальные 40 тысяч рублей. Сочетание онлайн и офлайн обучения кровельщиков на начальном этапе – это революционный прорыв. Это полноценное систематическое полное, завершенное качественное обучение, совмещающее самые лучшие стороны, как онлайн, так и офлайн обучения. Обучение сразу после оплаты. Подать заявку на обучение. Учитесь с нами, зарабатывайте сами. Учитесь с нами, зарабатывайте сами. Сомневаетесь? Задавайте вопросы.